Добрый день, платье зима, суперкрем Италия, очень интересные варианты, это вот буклированная ткань, эмка, тут еще много всяких значков, ну, такая прикольное платье. Платье-футляр офисная, восьмерка, платье-лапша XL со спортивным характером, стрит ван, платье трикотажное. Сзади у него, ну, такая интересная тесенка. Вот еще одно трикотажное платье Элька от Street One с запахом. Ну, это как хлопок, плотный очень. Здесь H&M 36 размер. Просто платьишко. Вот это классное Zara. Оно сделано такое, оно и летнее в том числе, и его можно зимой носить, оверсайз. Элька, трикотаж, уютное платьишко, Бершка, размер S, плотный трикотаж с лампасами посередине. H&M, Safari, 38 размер, тоже можно и зимой носить, можно и летом. Esprit, размер M, такое миловидное трикотажное платьишко. Так, это Элька с длинным рукавом, тонкий-тонкий трикотаж, свитер сверху и в гости. Вот это платье уже офисное, М-ка, манго, манго свит, классическая модель, прямо вот для работы очень такое хорошее. Так же, как и это, потому что это тоже манго и тоже свит линия. А вот я не пойму, вот это перед, да, перед выточки здесь, вот, пожалуйста, белая блузка, кофточка какая-нибудь для офиса в самый раз. И вот это тоже офисная тема. Хорошее платье на замке, хлопковая ткань, такой фасон футляр. Можно жакет сверху одевать. Эска, трикотаж. H&M 40 размер, это хлопок. И видите, у него полностью открытая спина у этого платья. О, до пояса. Что делает его таким интересным? Платье-футляр Гант. Ну, Гант сама по себе фирма классная. И платьишко такое хорошее, 38 размер. Отличное. Это платье большого размера от Киаби, 58. Такое. Легкое, как рубашка. Классная от Амису джинса с вышивкой, размер S, Примарк лапша, десятка. Вот это классная. Примоде, это знаете, такая, как туника, но шерсть, вот прямо вот присутствие шерсти редко сейчас встречается, но здесь она прям есть, туника. Это платье со сложным кроем, у него воротник. Так, да, видите, по косой сшито. То есть, чтобы его одеть, это такая нужна... Люди, кто любит какую-нибудь экстравагантную одежду, оценят наверняка. Сарафан буклированный. Эска. Обычное хлопковое платье. Просто люверсы на рукавах, шнуровка. Красивая. Хлопок. Так, здесь у нас H&M 40 размер с лампасами. Элька, зебра. Все платья такие, не знаю, хорошенькие, актуальные. Такое уже было, только здесь размер поменьше. Тонкий-тонкий трикотаж. А вот смотрите, это Лакоста. 46-й итальянский, такая туника. Вот Лакоста, она и в Африке Лакоста. Ее это не изменит, как Лакосту. Она всегда будет спрашиваемая. Ну, по крайней мере, в данное время. Здесь платье Эска. Такой молодежный вариант. Вот, не знаю, может, это перед. Вот здесь камушек красивый, может, это перед тоже. Хлопковая ткань, как футболка. Это Эска, лапша. Спортивный характер у платья. И... поднимается низ на атласных бантах. Размер S. Туника Джессика. Сеунда. Элька. Здесь
красивое трикотажное платье, причем оно большого размера, воротник лодочка, отделан замком, то есть он подправляется, видимо, по, ну, как бы по своему, но размер-то у него большой, я думаю, что это даже Элька, Амстердам, Голландия. Вот, самое-то интересное то, что плотный трикотаж, он как бы стягивает немножко тело, и вот эти вот лампасы, они визуально делают тоньше силуэт, поэтому, и оно еще размера-то большого, классное. М-ка, кожзам, ну, имитация замши, М, большого размера, Джессика Цеунда, я думаю, 2XL. Марко Поло. Точно так же можно сказать. Марко Поло, оно и чувствуется, что это Марко Поло. Размер М. Эс Оливер. Футлярчик для офиса. Отличная вещь. Орсей. Такая женственная модель. Женственная. Но при этом ткань деловая. Что тоже... что это платье для офиса. Вот какой-то офисный лот получился. И зебра, Элька, буклированная ткань с отделкой из хлопка и из кожзама. Подробности об этом лоте смотрите под видео. Спасибо!